Это Холли и возбужден. Поклонский, спекайся в ДД. Если в танке, то не станьте босса. Так, по аурам. Спартак, ты в Дискорде? Давай, Фреймон, сейчас убьем. Сейчас все зашли в Дискорд, все колясочники. Сейчас убьем. Нет, тут, скорее всего, не колясочники, а с обмотанной головой, чтоб сразу. Давай, Фреймос, один трай, и можешь уходить. Спасибо, что выдержал такие траи. Так, Спартак, плюс они, что ты в Дискорде. Ладно, давай, до свидания. Стилфлауэр, ты тут? Поклон, ставь ауру на броню. Трейн, ставь ауру сосредоточенности. Rage of Heaven, ставь ауру Frost Resist. Steelflower, ты тут? Может быть, я ставлю свою? Нет. Так хуя ты, сука, блядь, не подтверждаешь, что ты здесь. Поставь ауру на броню, Steelflower. Значит, давайте раздаем кулак каски. Кулака, наверное, ты кинул. Кипу. Ну, значит, заново давай. Поклонские каски раздавай, Steelflower, кулаки. Рейдж, кресты, одна минута на баф, нету бафов, я, короче, распускаю рейд. Я вам ГП накидываю. Надоело это все уже. У нас сейчас 6 хилов. Должны захилить спокойно. Steelflower раздает кулаки. Где он 23, значит? Коня в руку. Сейчас. Дай миг. Ладно, погнали. Сила. Да ничего, сейчас еще вырезку пойдем, нормально все будет. Да не, ну, ты, наверное, не слышали, что тут еще маг Дик вытворял. Да, который все время в сторону выносила. Да.
Заняло. Быстрее оббегаем. Право падает далеко. Слава, чё трейн какой-то один? Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Заметил, что я стакую. Вдалеке. По центру справа. Рядом с Гойдой справа. БР есть? Слева. По центру. Пусть и совалька. По центру прямо. Я сейчас вообще не понял, куда она упала. Два БДК умирают, и некому танчит. Не, не привел, что ли? Зайдем с этого позвольщика, спать пойдем. Да, давай, да, настрой, да, сделаем да. Еще ГБ на тебе. Не, Олег. Немножко и пойдем спать. Глыба падала в глыбу, и в итоге умерли мы все. Да уж. Ну ладно, давайте спать так спать. Чё уже? Давайте. Ну, спасибо всем за это. Нормальный мувик получился. Полипип, заходи, фуриком будешь тащить нас вагонов. Вилью, имеется в виду. Челик спрашивает, за что дурка? Ну, умер от бомбы. Мне все равно, кто там падал вместе с вами. Заходите на ИП, там кто там Soul Shade, Rage of Ghost. Че ты, Ваня, говоришь? РС-ка? Так, надо накинуть людям, которые были на одном боссе за принятие КД. Там ДРМ. 500, допустим. Трайну. У него 675 ИП уже есть. Рэйчев, ты на кого ИП получаешь? Ты тут? Ну, у меня же один перс в гильдии. А чё, подожди, я могу зайти на другого персонажа ИП получить? Ты уже нет. Почему? Ты же локом что-то ролил. Я ничего не ролил. А сколько у тебя персонажей в гильдии?
Два. Гармончики. Тот чувак? Тушаю, да. А, ну, значит, на гармончика ЕП. Тушаю же ты получал. То есть можно одно только получать. Точнее, ну, нельзя. Есть два бисовых, ой, два бисовых спека. Кто может делать двойное ЕП и получать два ЕП на одного чара за одно КД? Понял. Да мне за КД что, не дадут? А ты котом получал ЕП за персонажа? Кем-кем? Не, я мисс Инвиз говорю за... А, тебе дадут, да, ЕП. Рэйчел Гост — это суммарные слаки, там где-то три раза ты умирал на разных боссах, я все это в уме плюсовал по 100 ГП. Soul Shade, ты на кого получаешь ЕП? А, да, на профи по-любому умирал, это уже ГП, и на стакивал херню, или умирал на седре, уже не помню. Вот. А по каким дням у вас ссылка обычка? Мисс Инвиз, я тебе накинул ИП, я уже не соображаю. Не, не накинул. Да, сейчас накину. Держи. Спасибо. Слушай, ты на кого ИП получаешь? На туре сейчас РС за свидер пойдет или нет? Не знаю. Слушай, ты получал ЕП на кота уже или нет? Так, а что, накинули ИП или нет еще? Не, я жду, когда Soul Shade скажет, на кого ИП, я накину ему 300 ГП. Я хочу, чтобы девочка ИРЛила. Так вот, этот, ты можешь наморить обычки. По каким дням у вас обычки? Че, мы добивать будем это когда или поку уже? А я хочу, чтоб трансвестит рэлил. Ну не хочу, блядь. Я хочу, чтобы поп пришел к вам в гильдию и рэлил. Кто такой поп? Поп? А, это как... Это Слава, и я не знаю, чего угорает, так-то, ну, нормально вроде. Славян Орлов, да. Не, это не я. Не, не, не Славян Орлов, а Слава, короче, которого тапком подорвало. Ты же, который на тапке подорвался. Просто он, ну, маленько истеричный, как баба, в том смысле, что прибухнет и начинает его плести во всякую хуйню. А, блядь, меня Маша не любит, та-та-та-та-та, па-па-па-па-па, все, гильдия, раз. ЕП отменяет, всех распускает, через два дня опять все, давайте все собираемся. Ну, как бы людей спонзали бывает. Я был, похоже, в гильдии Global Underground, там был чел, у него такие же замашки были. То по пьяни зайдет гильдию, распустит, потом пересобирать, то ЕП все. Вот. А так вы, ну, как бы зря угораете, там достойных людей было, ну, примерно как здесь, я вам так честно скажу. Да нет, попыт. Наблюдая вот даже за сегодняшним рейдом, да, я могу это сказать. Ну, я так сравнил этот рейд и сказал, что там было так же много достойных людей, то это не комплимент. Нет, нет. Ну, я к тому, что здесь, допустим, ну, половина была, половина рейда была гильдия. 19. Ну, то, что ты сказал про такого РЛ, такой, они на Сирус перешли.
И так же вся история повторялась по кругу. Лимон с той гильдии. Лимон не с гильдии, он с онлайнер. А я хуй знаю. Не похуй. Да, блядь, Лимон с твиной съебался, ебаться куда-то. Так не, ну... Насирующий. Да я похуй на них, этот, насчет попа. На самом деле он нормальный чел, я не знаю, что у вас там, блядь, тогда с ним было. Он, конечно, немножко бывает ебанутый, но... Ты что, хочешь сказать, он лучший Войда, что ли? Ну, блин, ну не знаю. Но вы с ним, типа, наравне, мне кажется. Нахуя себе ты сказал, блядь. Да я лучше его, да. Ты, короче, топ про товар. Ебать, да я просто топ. А он просто поп. И все. Он просто поп, а я просто топ. От Кен Джерри он на X5 играет. Паладином вроде. Сам, блядь, сижу за паладином. Такой класс беспонтовый. А чё там одну кнопку поставил и тыкай? Я, блядь, спросил, когда... А, целка обычка. Когда у вас когда сбрасывается? В какой день? Во вторник. Угу. Значит, по логике вещей, обычка может быть во вторник, да? Да, там что-то чмоки водило вроде. О, а чмоки в Дискорде сейчас? Спартак. Спартак, блядь.